Приветствую всех, с вами Владимир, и мы продолжаем проходить Star Wars Knights of the Old Republic 2. Кстати, Балдур мне напоминает ученика Ситха из первого эпизода Звездных войн. Тоже такие же рожки, только тут было размалевано еще. Так, что тут терминал? Так, перегрузим станцию. Отлично. Дармовой опыт никогда не бывает дармовым. Так. Что там у нас по компьютерам? Не, система безопасности. 20, у него 15. Интересно. Давай так. Ага. Зараза. Так, это что? Неактивный. Так, тут ничего нет. А с этим хреном нельзя поговорить еще? Ладно. Он ничего не скажет нам. Как всегда. Лишний груз. Так. Еще открыли дверку. Так. А ну-ка. Интересно, так у него рука держится в каком-то. Какая-то энергия тут у него пульсирует. Хрен поймешь. Короче, технология будущего. Куда это мы петляем вообще? Реактор. Так. Под уровень военной базы. Ладно. Посмотрим, что тут. А ну. Взломаем. Дроид. Ну, отремонтируем. Запрограммируем. Не знаю, какой толк с него. Столько народу уже собрал вокруг. Что ты хочешь сказать? Блин. Взорвался к черту. Так. Оно, может, тут что-то есть. Так, забираем. Там ничего нет. Так. Давай, Балдур, пробивай дырку. А, видно, мы эти турельки отключили. А вон дроиды. Так, сохранимся на всякий случай. Так, а ну давай, пробивай. Так. Так. Управление реактором. Сейчас глянем, что там. Ну, давай запускаем. Там какой-то
Открылась тут дверца. Тут открылась в ангаре. А чё это за херня? Блин, и турели включились. Ну ладно. Так, иди наваляй туда. А ты где отключай эту херню? Ты потом вот так, а потом вот так. И вот так, думаю. Так, а я сделаю вот так и вот так. Есть, отлично. Вот так. Ух ты ж, балдура тут клепают по-черному. Так, где этот медпак? Жри, скотина. Крея. Лечи. Вот так и вот так. Ух ты ж. Чё себе как валит? Нехило так. Турелька. Какая-то сраная. Так. Мне вот интересно. А туда можно спуститься? Ну, на всякий случай. Сбегаем. Ага. Ну ладно. Не пускайте. Ну не надо, не очень-то и хотелось. Так. Вроде бы с этой стороны. Да. Останки. Тут больше ничего нет. Так, а ну-ка. Вскроем. Отлично. Хотя тут, может, тут в ящику такой-то, какая-то инфопанель, кредиты и бронька. Так, эта инфопанель содержит коды зажигания орбитального шаттла в подземном ангаре. Отлично вообще. Не зря сюда зашли. Так, что за броня? Но защита лучше. Но тут у меня сопротивление урону получше будет. Так. Тут что? То самое. Бабки. Бабка больше ничего не может носить. Кроме своих ритузов. Ладно. Погнали назад. Да, правильно бежим. Так.
обойдем стороной. Ловушки. Хотя, может, они уже и не работают. Хрен их знает. Так, а что там за движение? Так, а ну-ка, сохранюсь я вот так. Что-то мне это не нравится. Так, ауру силы. Так, бабка, пусть... Барьер силы. Так, ну погнали. Уху-ху. А ну. Ух ты ж. Какая махина. Еще ему кинем. Так, попробуем его отключить. Так, ядовитая граната, хрен. Вот так его. Плазмой. Ты крея. Так, и отключить его. Уху-ху. Вклепал его хорошенько, моего дружбана. Так, медпак. Щит. Так. Я могу бросить еще гранату. Блин, всему товарищу сейчас будет кирдык. Осваиваю еще аптечки. Так, ты осваиваешь вот так, крея. Так, я буду так его осваивать. Хо-хо-хо-хо. Бабка, убийца роботов. Да. Крея выносит всех подряд. С одной рукой причем. Так. Качну-ка я себе харю. Может, мудрость качнуть? Или интеллект? Харю качну. Так. Чуть-чуть внимательность поднимем. Взрывчаточку и лечение. Пока хватит. Так. Иммунитет к силе парализация. Отлично. Так, 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 так. Так, что мне еще подкачать? Так, 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 рукопашное оружие. Так, думаю, я качну до конца бой с двумя оружиями. Так, есть. Пока хватит. Силы. Какой-то эластичный стиль светового меча. О, вот это исцеление. Будет уже отравление лечить. Так, хорошо. Качались неплохо. Сохранимся. О, у Крея еще уровень.
Да, бабка у нас. Гроза роботов. Так, скрытность и кочнуть. Дадим один пункт. Так, взрывчатку и лечение. Силы. Так, еще какой-то. Далее стиль владения мечом. Качнем-ка тебе ужас. Отлично. Хотя ты и так ужас тут на всех наводишь. Так, ящичек, ящичек. Есть гранатки. Еще гранатки и медпак. Так. Маечка. Ну. Так, военный костюм ситхов. Еще какая-то бронька. Так, сейчас посмотрим. Так, еще какая-то херня, импланты. Тут ничего нет. Странно. Ну тогда пороемся тут части детали. Так, что там за бронька? Ну, неплохая довольно-таки. Так. Ну блин. Так. Интересный костюмчик. Так. Ну. Мы пока будем носить свой старый костюм. А этот дадим Балдуру. Пусть носит на здоровье. Так. Иммунитет к электричеству. Иммунитет против энергии 5%. Хорошо, поставим имплант ему. Ничего так, бронька. Так. Интересно, что так и ничего нельзя взять с этой херни. Ладно. Пошли в шаттл. Так, сейчас, наверное, скорее всего, будет какой-то ролик. Опять вы его не увидите. Что делаешь? Так. Нет, ролика сейчас пока не будет. Так. Если ты откроешь двери наверх подземного ангара. А где эти двери? А ну-ка в аппаратную сейчас забежу. Да, я понял. Вон. Так что я еще рано по поводу ролика говорил. Так, открываем. Отлично. Вот теперь точно ролик будет.
Так, направить шаттл в экранированную мезоструктуру в полярный регион Телоса. Вот и ролик пошел. Мы взлетаем и летим. Пункт назначения. О, по нашим следам идут убийцы. Да. Так, мы уже прилетели на полярный полюс. О, нас уже ждут, сволочи. Блин, ну только не опять. Ну куда? Нас уже разбили. Опять. Мягкая посадка. Надо будет этих дроидов на части разобрать. Так, мы лежим. Видно, вылетели через лобовое стекло. Ничего себе общение. Враждебности. Охренели, пацаны, блин. Сбили мой шаттл. Мы друзьями хотим быть, да. Может, объясните, зачем было сбивать мой корабль? А зачем? Что вы, дроиды-убийцы, здесь делаете? Короче, развалить их нафиг. Да сколько вас вообще? Да. Ой. Уничтожить одного из вас было легко. Может, от устранения троих я хоть немного вспотею? А, уже Атон со мной. Так.
Так, поднимем ему систему безопасности, внимательность, скрытность, взрывчатку, еще системы. Ага. Все? Ну ладно. Так, надо его переодеть. Ловкость плюс 3. Поставим. Так, внимательность плюс 1. Рефлексы. Ладно, оставим то, что было. Так. Ставим вот эту броньку. Пусть будет пока эти. Так, пукалка там лучше не нашлась у нас. Так. 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 Нет. Оставим пока эту. Ладно. Пошли им хряпнем сейчас. Так. Отправим пенсионерку нашу на дроидов. Куда ты полетела, блин? Психопатка. Так. Так, сносим башню. Есть одного, сняли. Так, бабка разбирает тут на запчасти уже. Так, ты сносишь этого. Так, разобрались. Так. Теперь еще понять, куда идти. Интересно, кто это посылает этих дроидов за мной? Так, ничего полезного нет. В принципе, не такая уже длинная траншея, прокопана нашим шаттлом. Так, а вот бункер.
Там, я так понял, скорее всего, ничего нет. Так, а ну я пробежусь еще сюда. Ладно. Ничего. Сейчас заглянем в этот бункер. Как это так мы Болдура оставили? А это что еще за ребятки? Как всегда, двери закрыли за нами. Там все в порядке, без обид. Какая-то служительница. Что еще за Айтрис? Ни хрена себе. Почему так было? Почему я не прекратил сражаться в гражданской войне джедаев? Я не маршировал с Реваном, потому что это был мой выбор. Чего? Что это за второй вариант? Ну, Айстрис сказал что-нибудь еще. Выражение чувства. Так Айстрис не знает свое собственное сердце? Странный вопрос. Но я не хочу сражаться с Айстрис.
Я бы хотел задать тебе вопрос. Ты выглядишь по-другому, чем другие женщины. Блин, что-то я не понимаю смысла этого разговора. Так у вас разные матери, но один отец? Ну ладно, извини, не хотел тебя обидеть. Это чувствительный предмет? Ну ладно, еще спрошу. Так, ты сказал, что Астрис предупредила обо мне. Что она сказала? А, ясно. Так. Ладно. Я только знаю, как ощущать такую потерю. Ага. Вообрази пробуждение и ощущение, что все твои чувства ослеплены. Мне было приятно. Еще очки светлой стороны. Так. Но я так и не врубился. Кто вы такие? Что вы тут делаете? Так. Входная комната. Комната служительниц. Тюрьма. Комната встреч. Пойдем сюда пока. Пошаримся у вас по закоулкам, пороемся в личных вещах. Кредиты, они вам не нужны. Так, еще контейнер. Какой-то козырек. Так. Ну, в принципе, это будет получше. Так, чё я сам бегаю? Странно. Кредиты. Думаю, после моего визита они больше меня впускать на свою базу не будут. Так все у них подчищу.
Так, еще кредиты. Хорошо. Кредитов много не бывает. Так, какая-то мантия. Так. Херня. Может только креи надеть. Так. А мои компаньоны тут стоят? Да. Чего вы тут стоите до сих пор? А, заперто. Ладно. По заданию чё? Чё-то ни хрена не ясно. Ну ладно. Тут уже будем завершать данную серию. Продолжим в следующей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Можете также оставлять свои комментарии. Пока.